Верно. Начнем награждение с тяжелой весовой категории, самой перспективной. Это бронзовую медаль занимали Никитин Максим и Тюриков Дмитрий. Второе место занял Кириковский Матвей, и чемпионом стал Силин Иосиф. Спортсмен Никитин Максим приглашается на пьедестал. Рисовать категория 81 килограмм. Третьи места поделили Лаврентьев Алексей и Яковлев Михаил. Второе место занял Авдеев Максим и первое Егоров Данил. Молодец!
Парад, все, улыбайтесь.